А яка вулиця? На треба вулицю стабільно узнати. Як... Названня вулиці. За 5 гривень. Як нам так як узнати на вулиці? Перехожих може. Слыш, Олег, а можете писать, типа, понял, 5 гривен, типа, це купюра, яка на п'ятерки намальована, понял, именно цей. Гениально. Шукай, де деньги, доставай. Улица Грушевська, чи що там, Грушевського? Все, я понял, доставай п'ятерочку. А у мене нема п'ятерки. Пошли, клянчи, ты ворпятерочка. Этот все на халяву. Кстати, проехать на халяву, да? Попросить у кого-то 5 гривен свои разменять нельзя. Попробуем так. Женщина, извините, а у вас не будет 20 гривен разменять? А 5 гривен у вас не будет? Хорошо, говорит, разменять не будет, нет. А свои не хотите нам дать 5 рублей, нет? Идем разменять. Извините, у вас не будет 5 гривен? Нормально. Вы видели этого мужичка? Он реально испугался. Нам нужно узнать улицу. Какая. О, видите, на пятерку. Дай мне туда название там. Да. Что на пятерку? Кто намалеванный? Он его просто их выхватил. Говорит, так, кто намалеванный? Чувак не понимает, что происходит. Богданчик. Хмельницкий. Улица Хмельницкого. Дякую. Улица Хмельницкого 5/2. Это гениально было сейчас. Значит. Дай посмотрю. Так, 5 гривен, Хмельницкая. На, пошел вон отсюда. И уходит просто.